Югра готовится к третьему матчу выездной серии. Сегодня подопечные Владимира Ипанчинцева в Санкт-Петербурге сыграют со «Сканевой». Ежегодно противостояние между этими командами всегда наполнены интригой и ярким хоккеем. Об этом говорит и статистика. В рамках регулярного чемпионата команды провели между собой 9 матчей. 5 раз успех был на стороне Югры, 4 раза победу праздновали хоккеисты «Сканевы». В прошлом сезоне наша команда уступила петербуржцам на своем льду со счетом 5-2. Но на выезде взяла реванш со счетом 4-3. Главенствует Югра и по количеству заброшенных шайб, но преимущество минимальное – 28-27. Посмотреть игру в прямом эфире можно сегодня на телеканале Югра. Начало трансляции в 20:55.